Сегодня научное сообщество метрологов отмечает свой профессиональный праздник. 20 мая 1875 года была подписана метрическая конвенция. На ее основе была учреждена межправительственная международная организация мер и весов. Кстати, одним из инициаторов ее создания тогда выступила Петербургская академия наук. В Кабардино-Балкарии не один десяток лет функционирует государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний. Название этого учреждения не раз менялось, однако постоянным остается одно – деятельность центра. Ежегодно они проверяют около 45 тысяч различных приборов, другими словами, здесь определяют погрешность измерений. В последние годы специалистами освоены поверки биохимических анализаторов, алкометров, высоковольтных трансформаторов тока и напряжения.